говорить все как есть. Иногда цинично, без украдки, но мы верим, что это продается. Работа. Как найти себе работу, как поднять на уровень выше, как увеличить свою профессиональную ступень. В своей тренинговой компании я никогда не буду организовывать того тренера, выпускать на сцену, кому я сам не пошел. У нас такое убеждение, что любимое дело, но нельзя заработать больших денег. Есть три шага, по которым можно опять-таки быстро подтянуть свой бизнес с помощью организации семинара на чужих знаниях. Здесь я хочу сделать что? Чтобы у нас сегодня встреча была с вами очень полезна. Я хочу, чтобы вы для себя сегодня вот поймали то состояние, которое называется «перейти от слов к делу». Заниматься любимым делом, да, здесь фантастика, да, зарабатывать, наверное, большие деньги, круто. Это был месяц подготовки, непосредственно самой продажи. И один день и один час продаж. Вы удивитесь, как люди начнут выстраиваться к вам в очередь. У вас нет никаких рисков. Вы ни зачем не платите, как мы. Мы платим большие гонорары, аренду зала и так далее. Если вы проводите все онлайн, вы ничего не платите. У вас нет рисков, вы по-любому заработаете. И вот, если каждый здесь, кто находится и хочет свой бизнес или инфобизнес, потенциально может стать таким ярким человеком, интересным. Вы представляете, какой будет красивый мир, если каждый из нас будет раскрывать свой внутренний потенциал, свое предназначение. Дает ваша сила духа. Вот сила духа, запомните, это способность ваша терпеть дискомфорт. Инфобизнес. Пожалуй, в нем возможен самый стремительный старт. То есть, с нуля и довольно быстро можно подняться. И после воршопа все понеслось. Прибыль я получил свой первый на 5-й. Людям нужна вера, людям нужна сила. И силу и веру люди могут получить друг от друга. Все. Аплодируйте тем, кто стоит. Молодцы!